Вітаю водоутись громадська. Мене звати Вікторія Рощина. 23 квітня стало відомо про те, що очільник поліції Одеської області Дмитро Головін написав заяву про відставку. Це він зробив за власним бажанням, а власне причину не назвав. Сьогодні ми зможемо з ним поспілкуватися, зрозуміти, що стало причиною його того, що він пішов, і що він залишив після себе в поліції Одеської області, що вдалося зробити, що не вдалося, і взагалі в чиїх інтересах працює поліція Одеської області. Ми зможемо запитати у Дмитра Головіна. Первый самый главный вопрос, это почему, который волнует всех, почему вы уходите, что стало причиной того, что вы решили уйти? Во-первых, не заявление, а рапорт я написал по собственному желанию, естественно, я принял для себя такое решение. Комментировать, с чем это связано, с политическими какими-то событиями, не политическими выборами я не буду. Единственное, скажу, что, к сожалению, наверное, надо со своим самочувствием, за своим здоровьем следить самой молодости, чтобы потом не оказывались какие-то сюрпризы под конец несения службы, когда уже наступает определенный возраст, и не наступили необратимые моменты. Это мои личные проблемы, не связаны ни с политикой, ни с выборами, это личные мои проблемы. А вы планируете попытаться? Знаете, строить планы, смешить Бога, давайте посмотрим, как все будет, поэтому... Если будет возможность такой, будет состояние здоровья, я рассмотрю такую возможность. По поводу выборов. Как полиция отработала выборы? Как вы оцените работу полиции? Могу сказать, что полиция Одесской области отработала, по моему мнению, я ее не хвалю, но тем не менее она отлично. Ни одного знакового ЧП не было, каруселей не было, фальсификаций как таковых не было. Были, естественно, мелкие технические нарушения, да. Мы открыли несколько ряд уголовных производств. Более того, по трем даже предъявили подозрения. Было порядка, уже не помню, 15 или 17 протоколов, подтвержденных судов о нарушениях. Естественно, было больше 700 сообщений о различного рода нарушениях выборного процесса. Но часть не подтвердилась, часть проверялась, часть нашла подтверждение, в частности, протоколов. Ну и маленькая толика – это уголовные производства. А когда назначали Олега Беха новым руководителем полиции области, там говорили о том, что Одесса – непростой регион, действительно, она непростой. Там очень много постоянно в новостях говорится и о контрабанде, и о убийствах, и о нападениях на активистов. По-вашему, почему это происходит в Одессе? То есть это как-то связано с географическим положением, с теми людьми, которые здесь живут, с их позицией? Почему это происходит? Одесский регион сложный и остается сложным в оперативном плане, но все более-менее контролируемо. И то, что хотят показать, что тут какой-то анклав, ваты, как говорят, тут криминальный беспредел. Были моменты, не спорю, были определенные перегибы с нашей стороны, недоработки, ну и были позитивные примеры, которые можно показать. То, что здесь люди, которые живут политически активно, это что, минус, это плюс. Они высказывают свое мнение, они ходят на митинги. Поэтому к этому надо относиться по-одесски, с чувством юмора. Ну вот про резонансные дела, вот 2 мая, давайте мы поговорим об этом. То есть два вопроса к вам. Вот как тогда должна была действовать полиция вот в тот день? Как бы как она должна была себя повести так, чтобы сохранить жизни людей? И второй момент, как продвигается сейчас расследование, вот не похоронено ли оно? Давайте так. В 2014 году я тоже находился, работал в милиции Одесской области. И как должна была действовать, это не моя прерогатива давать оценки. Тем не менее, это преступление, по-другому не называется, событие для Одессы, кровавое событие. Вообще в истории Украины это нонсенс, когда погибло одновременно 48 человек. Мы убираем политическую подоплеку, мотивы, почему это произошло, кто недоработал, кто перегнул. Есть факт. По этому факту уже больше 5 лет идут уголовные дела, криминальные производства. Часть людей находится под стражей, ждут суда, это в Николаевской области. Часть людей получили, в кавычках, оправдательные приговоры, и кто-то из них уже находится за пределами Украины. Больше 15 человек в розыске. За время моей каденции мы этому делу уделяли максимум внимания. То, что мы могли, то, что в рамках дозволенного, в рамках того, что нам позволяет уголовно-процессуальный кодекс. Мы повыявляли новые эпизоды, новые лица, которые причастны к этому. В рамках досудебного следствия я не могу разглашать сейчас то, что мне известно, потому что ни процессуальный руководитель, ни следователь мне не давал разрешения. Но я могу сказать, что дело не похоронено,
дело более того, каждую неделю оно стояло на контроле, у меня заслушивалась следственно-оперативная группа, которая постоянно проводит скрупулезную работу. То есть мы начали, откинули все назад и начали с нуля. По крупице собирали, перепроверяли то, что есть, находили новые факты. Бывало и вопиющие факты, что скрывать. Но тем не менее мы работаем совместно с прокуратурой, нам помогают в этом служба безопасности Украины. И жирная точка еще не поставлена, еще все впереди, поверьте мне. И как бы кто ни ждал и ни кричал, что будут все оправдательные приговоры, это бред. Вот пройдет буквально месяц-полтора, и вы увидите, как повернется событие по этому делу. Естественно, есть будут, я надеюсь, судебные решения с обвинительными приговорами. Я надеюсь на это все-таки, что не всегда суды дают оправдательные приговоры, когда видят политические дела и боятся выносить по закону, по совести, а не в угоду каким-то там политическим моментам. Но тем не менее, называю все, как есть, своими словами. Больше 1500 человек допросили. Сумасшедшее количество видеоинформации, контента отработали. Большое количество оперативно-технических мероприятий проведено. Это должно все разложить по полочкам, каждую секунду, с каждой стороны, не только с одной или с другой, чтобы потом нас не обвиняли. Те же западные наши партнеры, либо различного рода организации гражданские. Поэтому это все делается и продолжается делать. И говорить, что оно похоронено, это неправильно. И по поводу активистов, на каком этапе сейчас расследование дела о нападении на Олега Михайлика? Это было очень резонансное дело, очень много СМИ освещало, и сейчас освещают. И сам Олег Михайлик говорил о том, что это все связано с политической стороной, с политическими мотивами. Естественно, дело было в следственном управлении полиции в Одесской области. Его забрали, оно находится в главном следственном управлении нацполиции Украины. Оно, расследование идет, насколько я знаю, потому что тоже вызывают в Киев на заслушивание членов следственно-оперативной группы. Я думаю, в ближайшее время с обвинительным актом это дело пойдет в суд. Я более того, я уверен, что это дело имеет, как вы сказали, политический окрас с целью расшатывания ситуации в Одессе. И не все так, как показывают и преподносят некоторые активисты, и в том числе сам потерпевший, особенно его адвокаты. Поэтому то, что говорят, грузинский след, не грузинский, вот дело пойдет в суд, суд примет решение, осудит так, не осудит, значит так. Но тем не менее, на основании тех материалов, которые сейчас есть, я четко понимаю, кто организовал, для чего это делалось. И более того, как бы вопрос на вопрос, а где ж пуля небезызвестная, которую изъяли, почему ее до сих пор не предоставили правоохранительным органам Украины? Да кому это выгодно было? Один вопрос, кому было выгодно, вот и все. А российский след вы там простаживали певный документ? Давайте так, я не буду называть подробности, но вопрос очень своевременный, кстати. По поводу других нападений на активистов, на каком этапе сейчас, почему, как бы, есть ли результаты расследований, потому что многие говорят, что, как бы, эти дела хоронят тоже и нет никаких результатов. У нас приезжала временная следственная комиссия, которая нас заслушала, и меня, и меня. По всем нападениям, которые они рассматривали, 7 штук, 7. Уголовных производств. Это не только 18-го, это и 17-го и 16-го года. Все лица, которые участвовали, которые исполняли, либо посредники насильственных действий в отношении активистов, они все либо были задержаны, либо им предъявлены подозры, либо дело в судах. Да, есть вопросы по заказчикам. Ну, опять же, повторю свой вопрос, что заказчиков только в кино в одной серии сериала раскрывают всю цепочку. Это длительный процесс, и взаимосвязаны они с собой, либо не взаимосвязаны. В ходе досудебного следствия уже всех дел, надо понимать. А сейчас говорить, что тут действует мафия, которая всех активистов. У нас в день, чтобы вы понимали, как бы не все так просто в Одессе. Порядка 1300-1200 сообщений о преступлениях, порядка открывалось 120-130 уголовных производств. А чем активист лучше простой бабушки, или ребенка, или женщины, девушки? Ну что, кровь другая, голубая какая-то. Поэтому внимание, естественно, из-за резонанса активистам было больше, но работа велась и по активистам, ну и, собственно говоря, по всем преступлениям, которые совершали. И делать акцент на них, ну это не совсем тогда корректно простому обывателю, простому жителю Одессы, независимо, что он думает и что у него в голове. Есть инструменты, гражданские инструменты контроля за полицией. Взаимодействие с полицией. Ни одно из тех дел, которые вы перечислили, никто из них, кроме голословных заявлений в средствах массовой информации, либо в интернете, что полиция ничего не делает, полиция виновата, больше ничего не делает. Никакого взаимодействия. Более того, не называя
номер отдел и в отношении кого? Один из адвокатов на суде заявил, что подозреваемые в покушении на его клиента невиновны, их не надо вообще содержать под стражей, что полиция сфабриковала. Либо сами потерпевшие не опознают тех людей, которые совершили в отношении них насильственные действия, потому что эти люди якобы тоже участники политических движений, атошники бывшие. Вот как расследовать? А полицейский, следователь, мальчик или девочка должен это все в себе переварить, построить логическую цепочку и все-таки либо предъявить, либо не предъявить обвинение. И также вот еще этот вопрос по поводу того, что расследование было, следствие инфо проводило, потому что про какое-то, Про домостроение, которое принадлежит членам моей семьи. Посмотрите декларацию, там все прекрасно написано. А то есть есть что-то незадекларированное или все-таки нет? Нет, посмотрите. Если была декларация, наша идет полная проверка декларации на ЗК. Вы же знаете, какой интерес, скажем так, не только к моей персоне, а вообще к высшему руководству нацпола со стороны различных контролирующих органов. Просто есть определенные кланы экономические, люди, которым... Ну, наверное, я где-то перешел дорогу, где-то что-то помешал. И они руками таких недалеких специалистов, молодых и умных, пытаются очернить, оклеймить. Ну, вот писал вот это Стерненко, я просто читаю, чтобы вы, ну, вы читали, наверное, тоже, что Головин має 6 незадекларованных квартир, все это расследует НАБУ. Дай бог, чтобы это осталось, чтобы вы это не вырезали. 6 квартир. Он это написал, это есть в материалах. Посмотрим, что за квартиры. Гражданин Стерненко не умеет работать с реестрами даже имущества. Если посмотрел, это не я, это жена. И не моя жена, кстати. Просто полное фамилия, имя, отчество, совпадение. Он даже не удосужился посмотреть, проверить возраст. Это говорит что-то о умственном развитии. То, что он убил либо не убил человека, а я считаю, что он убил, я уже не действующий сотрудник, я могу сказать, что он превышая меры самообороны или специально убил. Наверное, специально все-таки. И он пытается, он знает, что я это знаю. Ему невыгодно, чтобы я, скажем так, на суде, когда будет суд, я надеюсь, в отношении него, и возможно, чтобы я выступил. Потому что, почему еще у нас такие отношения? Есть дело, где в суде слушается, где я являюсь потерпевшим, когда были хулиганские действия возле летнего театра. Угу. Арсен Аваков, вот руководитель МВС, как вам работалось под его руководством? И вот были ли какие-то, было ли какое-то давление, ощущали, возможно, вы? Нет, Арсен Борисович очень грамотный человек, очень я с уважением к нему отношусь, дальновидный, как шахматист, просчитывает все на несколько шагов вперед. И то, что выборы прошли в таком ракурсе у нас в стране, это большая его заслуга. И то, что реформируется. И всех реформируемых органов в нашем государстве, какая прошла, уже практически прошла, это полиция, патрульная полиция, куча разных подразделений нам. Ну, не куча, я имею в виду большое количество, куча, некрасивое слово. То, что переаттестации проходили, так называемые создания новых подразделений, либо ликвидация старых подразделений. Это же не просто так делать, это не в простое время, в стране война. И тем не менее, наш орган потихоньку, не быстро, но реформируется. А парамилитарные структуры, вот их очень много, Одесса не исключение, по Украине еще сейчас очень много, и они разрастаются, вот в Одессе тоже очень много, насколько знаю. Они помогают полиции, они мешают полиции, или они действуют сообща? Ситуация такая, что есть шероховатости, есть непонимание, есть открытые уголовные дела. Но когда дело касается территориальной целостности, когда дело касается помощи в раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений, никто из этих организаций, гражданских формований, нам не отказал. Независимо их отношение ко мне или мое к ним. Надо, значит, вместе мы идем, работаем, ищем, помогаем, либо вытаскиваем что-то, какие-то там трупы, либо вещественные доказательства. То есть такие было. И я за это благодарен. В Одессе это есть. Ну, говорят очень часто, очень много, что именно эти структуры, национальный корпус, национальная дружина, это подконтрольные МВС, что они вот, когда нужно, их там направляют в определенные моменты, они как бы финансируются даже МВС. Нет, мне об этом ничего не известно. Я думаю, что это бред, что они финансируются МВС. То, что как они могут финансирование, если есть некоторые, в некоторых городах стычки даже у нацполиции, нацдружин, нацджон, как их называют. Я не думаю, что это правда, это бред. По поводу Олег Бех, да, это сейчас он... Олег Владимирович Бех, да, генерал третьего ранга. Что вы можете о нем сказать? Мы с ним работали в 2014 году, в 2015 он был начальником УБОПа, настоящий офицер, настоящий оперативник, жесткий. Я думаю, Одесса также находится за стеной
Он придет, естественно, ему придется какое-то время вникнуть в ситуацию, разобраться с определенными вопросами, которые остались после меня. Но, тем не менее, он настоящий человек, настоящий мужчина, который отвечает за свои слова, настоящий офицер. А почему именно он? Харьков тоже миллионник, тоже непростой регион, и они чем-то схожи, Харьков и Одесса. Если бы сюда поставили, извините, кого-то, не хочу никого обидеть, с менее города, либо с западной Украины, либо с центральной, Одесса, Харьков по колориту чем-то похожи. Количество населения, количество граница, социальный статус, нахождение финансов в области. Поэтому ему проще разобраться, потому что схожи. Мы дружили, да, мы дружим, я это не скрываю. И, естественно, какая от меня надо будет ему помощь, я всегда окажу. Так касается не только 2-го, 9-го мая, а вообще, в общем, потому что трудно за месяц, за два вникнуть во всю проблематику региона. Ну, тем не менее, это нормальный человек, и он, я уверен, он справится. Вот будет 2-е, да, мая, 9-е, как готовится полиция? Есть четкий алгоритм, который мы разработали уже с 2015 года, который дает свои позитивные моменты. Это действия сотрудников не полиции, а правоохранительных органов. Это СБУ, Национальная гвардия, пограничники, МЧС, прокуратура. Моменты, когда вот знаковые, это 2 мая, они разработаны, они утверждены, и они, я надеюсь, пройдут нормально. Более того, я не надеюсь, я уверен, что они пройдут нормально. Даже с учетом того, что могут возникнуть какие-то конфронтации, опять мелкие стычки, как были. И все зависит от людей, которые придут на эти мероприятия, как они себя будут вести и на что они будут заточены. Вот мы помним, мы просто делали как-то расследование, там была слита переписка российских там пропагандистов, там, где было сказано о том, что в Одессе, не только в Одессе, а еще в Запорожье, в Днепре устраивали такие пророссийские акции, замаскированные под украинские. Вы стыкались с таким? Да, конечно. Да, и как это, выявить? Более того, ваши коллеги из других стран, да, им надо движ, как называется. Движ, движуха, надо кровь, надо полиция бьет граждан Одессы, либо проукраинские патриоты бьют одесситов, либо одесситы бьют активистов. Были постановочные сцены со службой безопасности, мы их выявляли, ликвидировали. Были специальные заказанные взрывы, были специальные, раскрашивали различными надписями памятники еврейской культуры, болгарской культуры, украинской культуры, либо патриотические памятники, памятники Второй мировой войны. Это было, это все делалось на картинку для расшатывания ситуации. Вот в целом наше интервью, сейчас если его взять как шар, все вопросы, они как бы друг с другом связаны, и я могу сделать вывод, что то, что делалось, криминальное, не криминальное, политическое, в негативе, это делалось для расшатывания ситуации. Одесса не полыхнула в 14-м, значит, мы ее будем взрывать в 15-м. Естественно, это всем известное направление. Это как бы поребрик, заинтересованные лица. С Геннадием Труханом какие у вас отношения? Вот, потому что многие даже активисты, снова же такие активисты, говорят о том, что вы его как бы марионетка, что вы работаете не на общество, а его как бы приватная охрана. Ну, как-то так много. Можно я ему позвоню и спрошу, отвечать на этот вопрос или нет? Я шучу. Труханова допрашивали мои сотрудники по 3-4 раза в неделю. Мы же это не афишируем. Приходили, спросите у него. По-любому человек, да, психовал, были конфликты, но тем не менее, были бы факты, где ему можно было предъявить подозрение, ну что, извините. А так человек делает работу, да, им занимается НАБУ, это их оценка, я туда не лезу. Но то, что касается взаимодействия с полицией, нет. И то, что марионетки, не марионетки. Вот кто такие слова говорит, они марионетки у некоторых групп тут, застройщиков. Вот я это четко знаю. Ну, есть вот определенные несколько Одесса поделено между несколько групп застройщиков. И часть активистов вот этих, наиболее активных в интернете, кто эти слова пишет, они сами на зарплате сидят. Можете даже рядышком офис есть, куда они ходят за зарплатой. По поводу вот нового президента, фактически уже новоизбранного президента, и как вы думаете, изменится как-то работа правоохранительной системы, и как изменится, если изменится? Я не знаю. Я думаю, что полиция продолжает реформироваться. Во главе МВД стоит Аваков Арсен Борисович, и у него есть четкий план, четкие стратегии развития полиции до 2025 года, пожалуйста. Там уже чего-то, разве что придумать космические отделы полиции, какие-то заоблачные, естественно, там такого нет. Я думаю, никак не повлияет, есть определенные задачи,
погоду, каждый план, как, что делать и как реформируется. Это будет продолжаться. Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на полицию. Ну, естественно, если со стороны не начнутся каких-то давлений.